это дальнобой. Девчонки, ах, девчонки, ой. Парень молодой. Всем привет! Сегодня мы в городе Лимож. Город во Франции. Самый теплый город. Славится своими дубовыми бочками под коньяк и под еще какой-то напиток. Вот. Заехали почилить здесь, пройтись, погуляться, пока солнце полностью не село. Ехали мимо, чтобы не становиться на паркинге, стали вот нормальные. Заехали вот там наш трак. Здесь небольшой то ли парк, то ли сквер. Вот, играет футбол. Пойду, может, с ними поиграю. Но я в своих сапогах от Hugo Boss. Да, действительно, Hugo Boss в сапогах, поэтому пока не знаем. Хотелось бы пройти в город. Итак, пошли мы в город в любом направлении от трака. Там трак стоит. Пойдем просто тупо прямо. По карте я посмотрел. На крайне, в общем, я стою не в центре. В центре очень узко. Очень узкие улочки. Нету таких больших, широких улиц, как в Дармштадте, допустим. Или в Минске даже там. Нету, там все узенько. Я по центру проехался. Очень узенькие улицы. Как там люди ездят. Траки еле ездят. Или объезжают ее мимо. В общем, поедем, пройдем, пройдемся по известным местам. Вот такая улочка. Такие вот дома около дороги. Какое-то растение интересное. Вроде пальмы. Вот дом. Все в непосредственной близости от дороги. Никаких ограничений, расстояний особо нету. Сейчас пойдем куда-нибудь, постараемся в центр выйти. Это жилой район. Ага. 3-5 тонн нельзя. Интересненько, я как-то заехал. Посмотрев по карте, там впереди, если идти, можно... А вот я даже ее вижу, древнее кладбище. Ну как древнее, кладбище среди города. Оказывается, это нормально в европейских там, городах. Но я ее вижу, сейчас с ним подойдем, постараемся снять как-то. Вот такое заброшенное какое-то здание, предприятие. Вот. То есть, не все как обычно. Забрались на такую возвышенность. Более-менее вид откроется. Вот там вот кладбище. А вот там открывается сам город. Большущий город. Чуть меньше, чем Минск. Но больше, чем Гродно. Точно. Вот коллега на цистерне. Катает. Покошена трава, все как они любят, покупают даже машинки, на которые можно сесть, рулить, ехать и косить траву. Такой четкий. Сейчас попробую своим Hugo Boss'ом. Четкий асфальт, отмостка из такой брусчатки. Видимо, кто ухаживает за кладбищем. Древняя стена. Древняя или как ее? Бытовые кладки, опять же. Само кладбище. Немножко заглянем. Такое. Было бы интересно, конечно, походить. Да ладно. Ну, жандармы поехали. Разъезжаются. Какой-то сигнал не очень похож на французский. Поехали в мою сторону, кстати. Вот такие интересные насаждения. Разные кусты.
Любят они такие заборы из бутовой кладки каменные. И вот такие растения тоже. Часто их используют тоже как заборы. Растения. Ну, стандартная пятиэтажка. Входная группа. Пойдемте посмотрим, какие подъезды. Тоже древнее здание. Вон камень. Одна стена поштукатурена, другая нет. И это уже современное здание. Забор поштукатурен. Все в бетоне. Машины стоят без проблем. Здесь тоже, я думаю, без проблем ставить можно было. Вот. Вот домик. Четкий домик. Раз, два, три. Трехэтажный, четырехэтажный. Вот домик. Подъезд. Номера квартир. Все из дерева. Фасады. Тоже гипсокартон какой-то. И все такой вот дворик. Ничего лишнего. Кстати, детской площадки нету. Сразу видно древний город. Все так компактно. Опять же, ставни на окнах. Вот улочка уходит. Начинается новое здание. Машины обычные. От Форда второго до Пежо, Гольфа и Рено. Вот и Франция. В основном преобладают их машины. Вот опять же дом с каменной стеной. Там каменные. Все древние постройки. Дверь. Дом. Все закрыто. Такая архитектура. Лиш. Лимож, город. Посмотрел центр города, даже есть тюрьма. Большой стеной, прям как в городе Гродно. В самом-самом центре. Пойдем пройдемся, пока тепло. Ворота, дверь, пошел, гараж, улочки узенькие, какое-то здание интересное, банк, не банк, не знаю, что это. Достаточно красивый город, европейский, правда, друг на друге все. Построено все в бетоне, в камне. Тесно, но уютно. Нашли какой-то парк. Нашли, нашел. Тихо, фонтан. Сейчас пройдемся. Погуляем, посмотрим, что там как. Шли, передумали, пошли в обратную сторону. Чего не бояться? Качели. Фонтан на фонтане. Ну, в августе здесь, думаю, можно было покупаться. Ничего бы не сделали. Вода достаточно чистая. Но контингент, конечно, один темнокожий. Одни темнокожие, негры там и кто они там по национальности. Все в деревьях, большие крупные деревья. Можно спрятаться от жары. Вот такой большущий фонтан. Практически в центре города. Сквер или парк.
с фонтаном. Красота. Красота, конечно, неописуема. С подсветкой. Неглубокий. По колено максимум. Старинное здание с башней, с часами. Подойдем сейчас ближе, пофоткаемся. Город Лимож. Так, достаточно такой скучноватый город в плане молодежном. Мало где здесь можно затусить, в том смысле, что много-много молодежи. Зыбицкой как таковой, Минской, нету здесь. Нету больших улиц, как площадь Независимости, там где 2-3 полосы движения в одну сторону. Это, насколько я понял, ЖТ вокзал старинный. В стиле, не знаю, ренессанса какого. Да без понятия, в каком стиле. Вообще без понятия. Но это ЖТ вокзал. Вот такая железнодорожная ветка, узел, парковка. Сам же вокзал. Объявляет. Ну что, на поезд и на Минск, Гродно? А? Ну это, конечно, надо видеть. Видео, наверное, снимать запрещено, но... Вот такое куполище. Там автобусы стоят, сюда поднимаются, сюда тоже поднимаются, куда же опускаются, наверное, здание. Это какой-то монумент с цветами. Ну ясно. Как-то притемнело, тихо стало, даже очень тихо. Вот. Настолько тихо, что прям жутко. Поэтому нету ничего интересного. Пойдем, наверное, к себе домой. Ну как домой? На место ночлега. Неинтересный город. Вообще. Мне так себе не понравилась архитектура. Все плотненько, тесненько. Не знаю, какие здесь знаменитые. Есть здания, музеи, парки. Может, как-нибудь потом еще съездим. А пока здесь мне не понравилось.